Тель-Авиве завершился международный песенный конкурс Евровидения 2019. 26 звездных исполнителей представили на сцене свои страны. Сергей Лазарев с хитом «Scream» выступил в первой части шоу под номером 5. Представитель России вызвал у телезрителей сильные эмоции. Многие пользователи посчитали его исполнение еще более эмоциональным, чем в полуфинале. По завершении номеров всех финалистов европейских телезрителей потрясло выступление Мадонны. Поп-звезда исполнила две песни, а затем началось оглашение результатов. Вначале озвучивались оценки участников финала от профессиональных жюри 41 страны. Азербайджан порадовал Сергея Лазарева, отдав ему максимальное количество баллов. Российское жюри ответило тем же. Чингиз Мустафаев получил 12 баллов. Азербайджан 12 баллов. Жюри остальных стран были не столь щедры к России. В результате профессионалы поставили Лазарева на 9 место. Он набрал 125 баллов. Телезрители оценили выступление россиянина намного лучше. В итоге Сергей занял 3 место. В его активе 369 баллов. Примечательно, что российские зрители отдали 12 баллов Азербайджану, таким образом согласившись с выбором профессионалов нашей страны. А победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. Он перед конкурсом был безоговорочным фаворитом у букмекеров. На втором месте оказался Александра Махмуд из Италии. Таким образом, оказалась права Яна Рудковская, которая 13 мая сказала, что конкурентами Лазарева будут парни. За несколько часов до финала Евровидения стало известно, что членов жюри от Белоруссии отстранили от участия в конкурсе. Выступления участников от России белорусы всегда оценивали высшим баллом. Таким образом, представитель нашей страны не получил 12 баллов. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!